Сегодня 5 апреля 2023 года, Симферополь, Крым. Старый маточный куст фундука сорта трапезунд. Он мне дорог тем, что садила его мама из орешка. Ее обманули на рынке, сказали, посадите орешек, вырастет у вас вот точно такой же. У новичков рука легкая, и у нее получился самый настоящий трапезунд. Мне кажется, что этот факт омолодил как бы генетику именно вот этого растения. И у меня большая часть моей плантации посажена саженцами именно вот с этого маточного куста. Каждый год я около 30 побегов пригинаю на горизонтальной отводке. В прошлом году побеги были очень сильные, толстые. И вот видите, пригинала их вот под таким изгибом, потому что по-другому они не пригинались. Вот, очень толстые были, они ломались. И поэтому вот отрезанные побеги, видите, выглядят вот так. Вверх они все смотрят. Значит, что у меня здесь получается? Ну, я вот раньше говорил, и подтверждаюсь в этом, что на двух стульях не усидишь. Раньше или позже придется выбирать либо куст выращивать, либо отводки. Что у меня получилось? У меня получилась вот эта сторона, которая смотрит на солнце. Здесь получились великолепные отводки. Вот, сразу с комом земли они у меня идут. Я покажу сейчас, что я с ними буду делать, куда я буду их садить. Вот такие. Ну, здесь не меньше 30 штук. Про мелочевку я вообще не говорю. Великолепные вот такие вот чудесные саженцы с комом земли. Прекрасно они приживутся, несмотря на то, что пошли листики в рост. А вот теневая сторона, вот видите, кизил, сам фундук, яблоня, кизил, еще один фундук. Здесь тень, и отводки получились некондиционные, хотя раньше как бы это не сильно так замечалось. Вот чем ближе к солнцу, тем лучше видно получается отводки, но все равно они дотягивают. Значит, я их отделил всех от маточного куста, чтобы они не пили соки из него, и будут они здесь у меня доращиваться 2 года. Видите, вот колышки были пригнуты. 120 саженцев у меня рекорд был с этого куста. Значит, здесь я буду выращивать постепенно хороший куст, сильный. Придется мне, может быть, даже немножко заново начинать. Почему? Потому что раньше я был адептом укорачивания побегов. Думал, это будет в случае с трапезундом усиливать рост. Вот видите, вот одно укорачивание, второе укорачивание. Здесь то же самое. Одно укорачивание, второе. Вот то же самое. В общем, у меня здесь только 2 нормальных побега, которые я не укорачивал. Я уже понял, что трапезунд укорачивать нельзя. Один побег и второй. Но они уже перегнали вот эти побеги, которым уже по 3-4 года. На второй год перегнали буквально. Так что укорачивать нельзя. Значит, получать отводков я в этом году с этого куста не буду. Буду выгонять его вверх. Я ему сделал жесткую омолаживающую обрезку. Удалил все боковые веточки. Оставил на рост только концевые. 1, 2, 3 ветки. Вот видите, там, допустим, 3. Здесь 2, здесь 2. Здесь 3. Вот. Хочу, чтобы он как можно больше вырос. Вот один побег сильный я оставил на замещение. А первоначально, конечно, здесь был куст из 4 скелетных ветвей. Вот 3 я спилил. Вот. А из культи 4 вырастил один штамп. Ему сейчас лет 7. Рос он штамбом. Потом только я начал уже здесь выгонять вот эти вот прослевые побеги. Чтобы не потерять производительность отводков саженцев, вот эти вот выкопанные саженцы я буду садить вот так вот под углом 45 градусов. Ну, с тем, чтобы у меня получилась вот такая конструкция. Друг навстречу другу посажены отводки. В ряду через каждые 20 сантиметров. А между рядами можно делать 1,5-2 метра. Ну, я сделал 1,5 метра, я думаю, мне хватит. Вот такие посадки. Значит, есть у меня видео, дам ссылку, как здесь получать саженцы методом горизонтальных отводков. Ну, у меня цикл здесь 2 года. Вот точно таким же методом, пригинанием на горизонтальной отводке, я посадил здесь медвежий орех. Вот 2 горизонтальных отводка я оставил, обрезал. И вот эта прививка шедевром. Ну, не знаю, вот это, скорее всего, прижилось. Посмотрим. Ну, через год я их буду выкапывать.
А вот этот трапезунт, вот двухлетний, еще не успел я выкопать. Вот двухлетние саженцы, полученные методом посадки саженцев на саженцы. Двухлетки шикарные получаются. Призываю вас подписываться на мой телеграм, там больше информации. Следующее, одно из следующих видео, все никак руки не дойдут, хочу сделать такое развернутое видео по формировке и обрезке кизила. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Добра и мира. Привет из Крыма.